Хей-йоу, дорогие подписчики и зрители, с наступающим. У меня тут Лос-Анджелес, пальмы цветут, значит, водичка плещется в бассейнах. А у вас что, у вас так же, да? Нет, наверное, нет. Да ладно, у меня тоже не так же. Дело в том, что сегодня я Франклин, и дело в том, что сегодня очередной выпуск, а именно последний выпуск короткометражика в этом 2020 году. 20-м? Просто сумасшествие. В 2019 году, сейчас бы 20-й год заканчивать. Вот. Но, к сожалению, да, на втором канале теперь, на этом, на новом, только что созданном, можно сказать. Так уж получилось. Но мы не будем сейчас об этом грустном, да, все-таки наступающий Новый год. И Франклин у нас стоит такой, значит, любуется панорамами, но... Сейчас он полюбуется вместе с вами еще над кое-чем, а именно над нашей сегодняшней машиной под названием, как вы поняли уже по названию, Мерседесик, вот такой 190-й красавец. Да, естественно, это уже в максималке, он в полностью там с обвесами, но спортивная тачка, настоящий дрифт-кар просто, ё-моё. У нас вообще здесь типа 2,5 литра вроде как бы, да? Но на самом деле он оттюнингован так, что там, ну, охренеть сколько мощности, может быть даже как в Волчке 124, хрен его знает. И мы живем на голливудских холмах. Франклин, как вы понимаете, поднялся, да, был раньше просто обычным афроамериканским, читающим рэпчик, там, торгующий коксом парнем, да, а теперь он выбился в люди и поселился на голливудских холмах, но не забыл старых друзей, а именно, как его там зовут, друга-то этого его... Не забыл, говорит, старых друзей. Помял Мерседес. Вы ничего не видели, это вам показалось. Ну, просто кто-то, возможно, из вас уже в предновогоднем настроении, и вам что-то кажется уже. И вам, возможно, что-то показалось только что вместе с отбойником вот с этим. На самом деле ничего не произошло. Посмотрите, абсолютно хороший, чистенький Мерседес. И мы едем к... Ламару вспомнил, вот. Для того, чтобы навестить его и тоже поздравить с наступающим, ё-моё, может пригласим его даже к себе домой. А вот так выглядит Мерседесик. Поглядите, салон, да, 190-й. Вот, и, смотрите. То есть, как здесь показать-то было? Ладно, это надо на ровную трассу выехать, то есть не под горку. В общем-то, он полноприводный. Так получилось, что здесь он полноприводный. Я не знаю, были ли, честно, 190-е. 190-е. Я вообще люблю этот кузов. Ну да, типа 190-е, V124-е, 140-го кабанчика. Ну что, едем, отправляемся на Грув-стрит. Или где там живет. Но он не прямо на Грув-стрит живет. Он рядом с Грув-стритом живет, Ламар. И попробуем погонять с ним. Я взял себе обычный 190-й. Оттюнинговал его. Но выглядит теперь так круто, поглядите. Ой, отреставрированный 190-й Мерседес. Тем более в Америке-то. В Лос-Анджелесе это, ну, просто охренеть какая дикость считается. Поэтому... Повыпендриваемся, поедем на райончик. Эх, покажем пацанам, какие тачки раньше были. Итак, подъезжаем мы. В общем-то, здесь мы... Что, мужик, успокой. Вообще, я не хотел бы сегодня никого мочить, если честно. Хотелось бы провести этот выпуск спокойно, все-таки предновогодний выпуск, да. Зачем тут сейчас вот какие-то убийства совершать или прочее. Но нам нужно попытаться найти Ламара, не разбить Мерседес. Живет он где-то вот в этих вот подворотнях. Ну, в смысле, не прямо в подворотнях живет, а дом у него находится где-то здесь. Ё-моё, вот еще бы найти, и тогда все в порядке было. Да, помните, вот мой домик вот здесь был, вот. Теперь вот, и вот прям этот домик вот этот вот принадлежал мне раньше. Ну как мне, тете там, типа вот этого Франклина. Теперь Франклин живет в Голливуде, поэтому... А Ламар живет где-то вот в этих вот домах, возможно, он даже тут. Может, это он? Ламар, это не ты? А Ламар где? Он переехал? Мужик, а Ламар, слышь? Мне бы вот Ламара, да. Че? Где Ламар? Ламар забыл, как его... Там это хотел сказать, никого не хотел бы я убивать, но по роже, да, может так и быть. По роже, потому что это, пожалуйста, это налетай, как на горячие пирожки, просто по роже, без про. Так, так, о, как, вот как, да? То есть раньше со мной гуляли, кореш, все дела, а сейчас все, пошел нахрен, да? Вот так вы теперь к Франклину относитесь? Ну все понятно, типа, ах, ты зазнался, в Голливуде стал жить, все, а теперь... А я к вам приехал, пацаны, а вы на меня напали сразу. Только из-за того, что я поднялся, выбился в люди, Мерседес мой поцарапали, помяли, твари, а, бездомные. Ну хорошо, я поехал, ладно, пофиг. О, смотри, 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 Грув-стрит, Грув-стрит с копов стреляет, а
копы еще при том же за мной начали охотиться. Я не понимаю, что происходит, пацаны, но я как бы не хочу проблем-то особо-то. Слышали? О, все-все, грув-стритовцы замочили копов. Охренеть. А ты что, какой лысый идешь, вообще дерзкий. Че? Ты что, Доминик Торетто, что ли? Я не понял. Ого! Все, понял, пацаны, понял. Ну, это Грув Стрит. Ну, это понятно, разборки. Да, решил я быстренько свалить из Лос-Анджелеса, пока не поздно. И вот ночь, и мы в Северном Янконе для того, чтобы в эту новогоднюю, а точнее, наступающую новогоднюю ночь проехаться зимой. Даже здесь есть снег, а у нас его нет, поэтому почему бы, собственно, и нет. Много чего мы здесь тестили под Новый год, да, и восьмерочка у нас здесь была, и гелик. Ну, вот теперь еще один Мерседес, выпала ему участь по Северному Янгтону прокатиться, собственно. Итак, давайте просто прокатимся. Да, я напоминаю, что это все-таки дрифт-кар, да, поэтому, посмотрите, я уже снегом его испачкал немножко. Он у нас дрифтит, естественно. Ой, какой красавчик, да. Здесь полный привод, ферматик, все дела. Но по полям лучше не ездить, по сугробам все-таки. Это вам не внедорожник. Давайте все-таки не забывать. Да, вот так шлифует на дороге. Почему ночь? Ну, потому что новогодняя ночь, ребят. Надо все-таки маленько создать атмосферу хотя бы в игре, да. Итак, ну, вот так это все здесь выглядит. Давайте заедем на ту фермочку. Кто помнит, что на ферме? Да, некоторые помнят, что там стоит новогодняя елка прямо в доме. И ее должно быть видно. Поэтому к ней мы прямо с вами направимся на этом 190-м офигенном Мерседесике. Прямо, ай, какой. Ай, как дрифт. Не, ну хорошо, что полный привод даже. Он еще, кстати, помогает. Я бы не сказал, что это плохо. Это даже хорошо. Вот там еще остался Лос-Анджелес. Там еще немножечко уходящий закат, да. А мы вот уже здесь катаемся. По ночи, скажем так, уже почти. Так, фермочка у нас где-то там находится. Так, ну здесь у нас железнодорожный переезд. А значит, ферма, да, чуть-чуть подальше, по-моему, прямо перед городом. Давайте заедем, посмотрим, почему бы, собственно, и нет. Почему бы в последнем... Вот она была здесь. Или там. Да, вот там. Почему в последнее видео в этом году не съездить, да, не закончить его именно вот так вот. Все, вот мы сюда приехали, там у людей уже праздничное настроение, там уже елочка горит, все дела, и мы такие на Мерседеске своим полноприводом подъезжаем на ферму, посмотрите. Вот у них здесь такая, смотрите, гирлянды висят, все дела. И вот здесь где-то пасхалка, да, вот она, елочка. Но, во-первых, кроме того, что мой Мерседес застрял в сугробе, как вы видите, я еще и остался в майке и в шортах. Ну, Франклин парень горячий, да, поэтому ничего страшного, не замерзнет особо-то. И вот, смотрите, ради чего я заехал на эту ферму. Вот она. Новогодняя, ребятки, елочка стоит такая себе в доме и поджидала нас. Кто помнит выпуск, когда мы на гелике ездили, да, на ферму сюда или на восьмерке, и я вам тоже показывал эту елку здесь. Да, было время, было на том канале, но было время. И вот здесь люди уже все по домам, а я в одних кроссовочках, в бриджах и, в общем-то, в маечке. Гуляю зимой по Северному Янгтону. Нафиг ли нет? Ну что, давайте тогда заедем в сам город Людендорф, и там мы, собственно, с вами закончим. На кладбище, конечно, не поедем, да, но все-таки в новогоднюю ночь на кладбище ездить. Ну, такое, наверное, развлечение. Не будем мы этим заниматься, а просто проедем в город и доедем до его конца и закончим. Закончим, а вы пойдете спокойненько смотреть что-то дальше. А я завтра запишу вам поздравление обязательно, да, по традиции. Традицию нарушать не будем. И вот, посмотрите, вывески горят неоновые. Кинотеатр у нас вот здесь вот. И все, город пустует. Город пока что спит. Да, все. Ну как, здесь, конечно, маленький такой городок, я бы сказал. Но, тем не менее, я катаюсь один. Спокойно катаюсь один. Сядь, вообще прям ни разу не повредила Мерседес. Блин, ну у таких машин, как Мерседеса, да, там Лансер Эволюшена, там Субарики, их все равно рано или поздно ждет вот такой вот, да, жестяночку съездить поменять и все такое. Ладно, давайте я вот здесь закончу все-таки. Почему бы и нет, под фонарным столбом на снегу в новогоднюю наступающую ночь. Все, ребят, так уж получилось, что заканчиваю я на новом канале этот год. Но, ладно. По крайней мере, не еще питаю надежду вернуть тот. Если что, заходите завтра, ближе к вечеру, на поздравления предновогодние. Ну и посмотрите прошлые выпуски на этом канале, их совсем немножечко, прям так, других вообще летсплеев. Ну и зацените на том, да,
Хотя есть ли смысл метод теперь пиарить, да? Ну, не знаю, как хотите, в общем. А завтра просто на этот заходить. Поздравления будут на этом, в любом случае. Все, всем спасибо за просмотр. До встречи, до завтра. Всем пока.